Черкас з'являться міста-побратими у Болгарії та Республіці Молдова. Всіляко сприяти налагодженню таких дружніх і взаємовигідних зв'язків обіцяли міському голові посли цих країн. До обласного центру вони прибули, аби визначитися із напрямками міждержавних стосунків. Я сподіваюся, що у нас це співробітництво між Болгарією і Україною має в виду в плані між Черкасом і болгарським містом. Продолжиться. Я понял, что у вас нет такого друга, скажем, с другой стороны, с болгарской стороны. И я как раз беру на себя вместе с руководством мэрии подобрать и участвовать в всем процессе організації співпраці між болгарським містом і містом Черкаси. Під час зустрічі із дипломатами Анатолій Бондаренко запевнив їх, що влада зацікавлена у розвитку співпраці у різних сферах, а економіка – в пріоритеті. Також ми хотіли б якраз обговорити наші країни, Молдавія і Україна, якраз зараз перебувають приблизно в однаковому економічному становищі, і ми хотіли проговорити про співпрацю нашого міста із Республікою Молдова. Зокрема, нас цікавить, починаючи від металургічної галузі, деякі питання нас цікавлять, ну, закінчуючи легкою промисловістю, там, закупівлею певних товарів, щоб ми могли вийти через систему ProZorro і на ринок Молдавії могли попрацювати. Крім того, ряд підприємців, коли я з ними зустрічався, вони якраз тиждень тому повернулися з вашої країни, де хочуть зареєструвати торгову марку, яка виробляється у місті Черкаси. Це торгова марка «Фрея Агро». Це один із великих підприємств, який побудував новий завод у місті Городище. Зараз зареєстрували торгову марку в вашій республіці і хочуть реалізацію робити для сільськогосподарських підприємств. Надзвичайний і повноважний посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев та його молдовський колега Руслан Болбочан на Черкащині вперше. Відтак і в Черкасах. Зізнаються, красою краю вражені. Я первый раз здесь в вашей области и в вашем городе. У меня не было никакого представления, что и как здесь находится. Я должен вам сказать, что я действительно очень поражен, очень. Действительно, мне все это, ваш город очень понравился. Видно, что здесь есть такая серьезная команда, которая этот город делает красивым. Прекрасно, я смотрел все, что нам показывали по дороге. Кроме того, действительно, этот город, у которого не только, скажем так, материальный вид, у него и душа тоже, если оказывается, серьезная. Мы посмотрели ваши ученики, которые занимаются таким искусством собственным в этническом, этнографическом музее. Мы посмотрели ваши картины, которые в вашем музее действительно есть. И кроме того, нам представили очень такие прекрасные танцы молдовские и симфоническую музыку болгарскую. Что было очень приятно, конечно. Мне очень приятно, что меня встретили здесь так тепло. Мне очень приятно и для меня большая честь находиться сегодня в Черкасах. Я искренне благодарен организаторам данного визита, искренне благодарен мэру города Черкасы, благодарен руководству области за приглашение посетить вашу область. Конечно, начал визит с посещения Канева. Был очень приятно удивлен красотой тех мест, которых я видел. И, конечно, посетили музей и могилу Тараса Шевченко, выдающегося украинского поэта, гения украинского народа. Это очень важно для меня, как начинающего посла здесь, в Украине, узнать побольше о вашем народе, о вашей культуре, творчестве. И учитывая, что я здесь только чуть меньше года, у меня была возможность посетить многие регионы Украины. Но где бы я ни был, мне очень приятно отметить, что всегда встречают очень тепло, с особой любовью, за что я очень признателен. Действительно, наши народы связывают очень многие общие моменты. Это общие исторические моменты, культура, традиции. Но самое важное, что у нас есть очень многое, что связывает и
будущем. То есть я уверен, это европейское направление развития наших стран. Есть очень многие проекты, которые нас объединяют, и над ними нужно работать. Сегодня действительно была хорошая встреча и с господином мэром, и с руководством области. Говорили о многих направлениях, говорили о том, как развивать межрегиональное сотрудничество, и Молдова действительно заинтересована в укреплении міжрегіональних зв'язків зі всіми, з багатьма українськими регіонами. Аби ліквідувати прогалину у співпраці, для гостей влаштували справжній культурний штурм. Розпочали екскурс містом із галереї народного мистецтва. Дипломати також оглянули експозиції в обласному художньому музеї і познайомилися із 17-ю школою. Насамкінець послам показали оновлений палац одружень. І Болбочан, і Мінші відзначили, що були вражені хлібосільністю господарів та висловили впевненість, що Україна, Молдова і Болгарія мають величезний потенціал для співпраці. У вас є великий потенціал, і я думаю, що не буде трудно знайти кореспондента з болгарської сторони. І я должен сказати, що ми не хочемо, щоб це було просто так зробити, там підписали договор і все. Необхідно, щоб воно мало практичне наповнення во всіх областях, в області культурної. Возможности у вас есть, мы идем такое, что у нас в Болгарии очень много городов со старой историей и очень много культурных пластов, которые можно показать в области образования, в области спорта и, конечно, в области бизнеса, потому что бизнес движет все. Без денег ничего не получается, к сожалению. Так что у меня очень такие оптимистические ожидания насчет дальнейшего, скажем так, сотрудничества между городом Черкасы и представителями Болгарии. За своей стороны я действительно стал, скажем так, другом вашего города. Чимало спільного пов'язує Україну із Республікою Молдова. Руслан Болбочан певен, дві країни з легкістю співпрацюватимуть не лише у культурній сфері, а й налагодять торговельні та економічні стосунки. Есть определенные намерения о возможности заключить договор о дружбе и сотрудничестве. И мы сейчас думаем, то есть я уверен, что мы найдем, с кем бы можно было из Республики Молдова, чтобы заключить этот договор о сотрудничестве между Черкасами и определенным городом из Республики Молдова. Будем думать о развитии торговых взаимоотношений. Есть интерес с обеих сторон, и это очень важно. Посольство готово оказывать всяческое содействие экономическим агентам из вашей области в укреплении и нахождении связей с партнерами из Республики Молдова. Был разговор и о сотрудничестве в гуманитарной сфере, что очень важно для наших стран. Был приятно впечатлен и удивлен тем вниманием, которое оказывается к развитию культуры и народного творчества, то, что нам сегодня показали в различных музеях. Я уверен, что у Молдовы и Украины есть огромный потенциал для сотрудничества. Наши страны и так имеют очень хорошие традиционные дружественные отношения, которые, я уверен, будут только развиваться и усиливаться в будущем. Окрім Черкас, відвідали посли Канівщину. Поважні гості побували в музеї Шевченка та вшанували пам'ять Кобзаря, поклавши квіти до підніжжя пам'ятника. Хлібом-сіллю зустріли послів і в Чорнобаївському районі. Красімір Мінчів та Руслан Болбочан приїхали сюди з гуманітарною та ознайомчою місією, щоб у подальшому представити своїм економічним відділам у посольствах карту бачення Черкащини як потенційного міжнародного партнера. Найперше відвідали Чорнобаївську районну лікарню. Із 2014 року заклад зазнав значних змін. Тут проведено капремонт, замінено вікна та оновлено медичне обладнання. І мені дуже приємно, що в цьому районі є така можливість, такі інвестиції зроблені для здравоохранення, для збереження здоров'я людей і для встановлення їх. Це дуже, звісно, важливо і дає можливість как для лечения людей района, так и работы самих врачей, которые могут здесь действительно выполнять и с удовольствием свою работу, скажем так. По отношению моей работы в этом направлении, я как посол стараюсь организовать некоторые вопросы, связанные с ситуацией, которая здесь на Украине. Мы организуем
рехабилитацию воинов, которые были здесь в АТО, в Болгарии, в специальных санаториях. Уже есть порядка 40 воинов, которые прошли эту рехабилитацию. Кроме того, у нас организовано через наших почетных консулов отдых детей, чьи родители были или есть в АТО, или погибли во время АТО. До сих пор было порядка 170-200 человек, уже 200 детей уже отдыхали по разным группам, что дает нам возможность как-то вам помочь в этом отношении, очень напряженном. Я нахожусь в Украине и стараюсь помочь украинцам, потому что мы друзья действительно, и чувствуем себя как братья, и в этой тяжелой ситуации мы должны и обязаны помогать вам. Руслан Болбочан приємно вражений теплим прийомом містян. Наголошує, між Україною і Молдовою завжди були гарні відносини. Сегодня я был приятно удивлен тем вниманием, которое оказывает местная районная администрация области здравоохранения. То есть приятно, что такие серьезные, хорошие условия созданы для врачей. Это серьезные инвестиции для здоровья населения. Тут операционный блок, который мы видели, и то современное оборудование, я уверен, что это очень серьезный вклад для здоровья населения. Очень приятно видеть также серьезный физиологический кабинет, новый современный рентгенаппарат, новая лаборатория, соответствующая практически европейским стандартам техника. Это очень важно, это важное направление. Если говорить о моей работе, мне очень приятно находиться в Украине. Между Молдовой и Украиной всегда были добрые, дружеские, добрососедские отношения. Я только недавно начал свою работу в Киеве, буквально 8 месяцев назад. Но что я могу подчеркнуть? За этот период времени мы уже смогли оказать также посильную помощь. Многие детишки из Украины прошли реабилитацию в Республике Молдова. Я имею в виду дети, которые из семей, которые пострадали в восточных регионах Украины. Вот последняя группа 20 детишек в августе из Львова. Мы привезли в Кишинев, они сумели отдохнуть. И это очень важно, потому что мы стараемся приносить пассивный вклад, который может оказать Молдова, пассивную помощь для Украины. Районні владці презентували дипломатам найкращі медичні та освітянські заклади району. Серед них нещодавно оновлена школа мистецтв.